Неотвратимость наказания. Рейдовые мероприятия по взысканию административных штрафов со злостных неплательщиков начались в Карагандинской области. К должникам теперь могут приходить домой. Подробнее в сюжете. Списки созданы злостных неплательщиков. И голосовое распоряжение, пока мы не взыщем, то есть не переведем в исполнение принцип неотвратимости наказания, то есть совершено правонарушение, он должен понести наказание. Пока этот принцип не переведем в исполнение, мы будем работать. Многие горожане нашей области, имеющие неоплаченные административные штрафы, уже успели столкнуться с тем, что участковые инспекторы вместе с судебными приставами посещают должников на дому. Вот уже неделю на территории Карагандинской области объявлен бой должникам. Как показывает практика, лучше не допускать затягиваний с оплатой. Частный судебный исполнитель, если уже посетил, он уже занимается своей деятельностью, он уже сверху штрафа накладывает сумму за свою работу до 25%. Старший инспектор напомнил, что гражданам предоставляется возможность оплатить только половину суммы штрафа в течение 7 дней с момента наложения взыскания. Если штрафник не воспользовался возможностью, то в течение 30 дней обязан оплатить всю сумму. Ну а после истечения отведенного законом срока судебные исполнители возьмутся за дело, и тогда сумма штрафа может вырасти на четверть. К тому же, чтобы простимулировать к оплате, применят меры воздействия. Это известные ограничения на выезд, арест на движимое и недвижимое имущество, могут изымать транспортные средства до оплаты штрафа. Общая сумма штрафов на сегодняшний день по области превышает 1,5 миллиарда тенге. Из них взыскано 613 миллионов. За время проведения акции процент взысканий вырос на 2%, а государственный бюджет пополнился платежами на 15 миллионов тенге. Ирина Вабищевич, Арман Бектубаев, Айдос Садыков, 5-й канал.